Всем привет! Сегодня 23 января, Блошиный рынок, город Ставрополь. Пластинки по 200 рублей. По 100 рублей. Вот, друзья, кого заинтересовали пластинки, вы можете обратиться к человеку. Как зовут вас? Павел, да давайте я могу и на камеру, если хотите. Я могу как бы рассказать, что у меня тут есть, и телефон сказать. Как бы так. Ну, телефон продиктуйте. 8-928-634-46-91. Зовут меня Павел, нахожусь в Ставрополе. Угу. Ну, разного направления, да? Есть и наши, есть и зарубежка, есть и недорогие издания, которые выходили в Союзе, есть и фирменные, подороже, качественные, фирменные, западные винил из Европы, из Америки. Так что на любую цену, на любой вкус и цвет. Кто-то что-то ищет, друзья, вот, звоните, обращайтесь. Да, без проблем, всегда рад, пускай обращаются, конечно. Значки. Различные монеты. Банкноты старинные. Советские деньги. Очки. Тюк старинный. Такая каска. Это чайный. Ни одной нет? Этих шесть. Банкноты. Часы различные. Очень много часов. Могу по 130. Монеты. Жалко. Альбомы. И не купите. Да. Повернись, я отойду на секунду. Надо же ей на это деньги. Я поняла. Просто надо спрашивать. Угу. А вот такие рюмочки сколько стоят? А вот эти? Вот эти? Да, да. Полторы. Набор, да? Угу. А вот такие вот? Такие по 250, но это для яичек. Ага. Вот такая вот статуэтка. Вот это? Да. Не помню, сколько она. Не могу сказать. А вот еще спрашивали по поводу подстаканников. Какую цену? От 700 рублей и выше. Если от 700? Мерфер. Так-то есть за 250, по 500. И 700, и пошла дальше, смотря каком. А если серебряные вообще будут дорогие, да? Серебряные есть за 5 и 7. Серебряные? Да, 5 и 7, кубачи. Это оригинал, да? Конечно, это проба сейчас. Thank you.
Вот такие поделки. Человек сам делает различные кувшины, горшки такие. А вот такие бокалы пивные в какую цену? 500 рублей. 500 рублей. Из натуральной глины. А вот такая кастрюля? 3000. 3000 кастрюля. Было зарядка нормально, замерзло. Правильно. Значки, значков очень много на разные тематики. Продиктуйте телефон на видео. 8-962-4-41-41-81. Как зовут вас? Юрий. Юрий. Вот кого интересуют значки, ребята, имеются очень много разной тематики. Обращайтесь, звоните. Очень много значков. Вот средний депутат. Мне надо большой. Несколько тысяч, наверное. Десятки тысяч. Кого интересует? Может, человеку позвонить. Есть такие, существуют. А телефон такой сколько стоит? 500 рублей. Это военный телефон. Военный, 500 рублей. Потрогайте, сколько он весит. Угу. Неподъемный. Тяжело, да? Тяжело. Ну да. Там меди сколько? Угу. Делали на совесть раньше, качество, да? Книги разные. Интересные часы с термометром. Шахматы. А такие часы сколько стоят? Сколько стоят? Вот эти. Часы, да? Да, да. А там за 1000 рублей. 1000 рублей. Они рабочие, да? Время сколько? Угу. Время сколько сейчас? В рабочем состоянии. Ложки. Советские. Мельхиоровые. Мне надо балак на Благовещенск, свой Бочеговский трубный. Инструмент различный. Чего? Что тебе нужно? Балах. Такая прялка.
Калуга. А бинокль военный? Какой? А вот этот. Это Советский Союз. Это послевоенный, это не военный. Послевоенный. И сколько стоит? Это 7000. 7000. Есть военные, дотированные. Там 46-й год, 56-й. Именно... Дорогие они, да? Да, там и пробитыми. Ну что, ну нет. Это где-то в районе 5-6. А стаканы такие какую цену? 3000. Торг возможен, желающие пусть приходят. А какой материал это? Латунь. Латунь. Никелировка, резьба штихелем. Угу. А если вот такие вот серебряные, они дорогие будут, да? Не знаю, все зависит от веса, от размера, клейм. Книг очень много, можно заказать, поищем, найдем. Все жанры есть. И какой цена книги? От 50 рублей и выше. Все зависит от издания, от автора. От тиража, да? Тиража. Разные книги. Ради Бога. Ну вот, друзья, кому понравились, вот, допустим, стаканчики есть, статуэтки фарфоровые. Вот. Человек оставил свои контакты. Вот. Кого интересует, можете позвонить, пообщаться. Такой набор 1000 рублей. А книжки какую цену? Да по всякому. Вот такие интересные солдатики бронзовые. По 800 рублей. Я его не знал, я не буду, я такого не было. Нет, надо тут. Это только из этого. Здесь строчные. О, здравствуйте. Вот там только был. Спасибо. Такие монеты серебряные. По 200, по 300 рублей. Блокировано, блин. Старинных вещей много. Лежать на работу. Там начинает названивать. Ну вот, друзья. Такой рынок в Ставрополе. На этом будем заканчивать. Всем удачи и до новых встреч.